Всем привет, с вами Сивпро, и сегодня будем оживать в зимнем биоме Minecraft Pocket Edition. Я только что создал карту, как видите, как я вам сказал, это будет зимний биом. Здесь везде снег, так сказать, все деревья покрыты снежком. Давайте мы маленько нарубим деревьев и рассмотрим нашу территорию. Так, ну пока что это хватит. Опа-на. Сзади нас была деревня. Здесь домики. Так, сразу я уже вижу шерсть. Водичка, точнее колодец. Так, домики. Так, где вы все жители? Неужели уже все сбежали? Или их уже всех переели? Интересно, все-таки это баг? Или так должно быть, что жителей нету в своих деревнях? Так, здесь тоже пусто. Но мы отправляемся в кузницу. Это самая, так сказать, увлекательная деятельность. Так, а вот все, я делал броню. Все, идем дальше. Ну, дальше я хочу посмотреть еще деревню. Дальше, как видите, есть проход. Снег падает, когда мы ломаем листья. Ну, деревня у нас очень большая, здесь даже можно остаться жить, точнее выживать. Так, да, нам понадобится выбрать один из домиков. Ну, спускаемся вниз, спустились не совсем аккуратно. Так, внизу у нас лед и вода. И он внизу у нас еще растет пшеница. Здесь у нас растет свекла. Вот, да, я перепутал. Пшеница также. Берем уже созревшую пшеницу. И пойдем мы дальше. Так, дальше там вроде тоже есть. Хотел допрыгнуть, но не смог. Не получилось. Так, тут у нас ничего нет. А, есть хотя. Так, здесь у нас еще свекла. Уже есть и поломанная. Наверное, ломается, потому что нет воды. А воды нет, потому что все замерзло. А, вот, хотя здесь вода есть. Я не знаю тогда, почему здесь так пусто, но здесь хотя бы ничего не засохло. Здесь мы еще можем посадить зернышки, так сказать, и получить пшеницу. Ну, огород у этих жителей очень большой. Даже, можно сказать, очень шикарный. Первый раз мне попалась такая огроменная деревня. Напишите в комментарии, попадалась ли вам такая деревня. Мне будет интересно знать. Если честно, то это моя первая деревня с такой большой, так сказать, таким большим размером. Просто очень огроменная деревня. Очень огроменная. И, кстати, если кому-то интересен сид я уже писал на бум. Сид этой карты 23113. Надеюсь, кому-то он может понадобиться. Но я его просто вписал и появился в зимнем биоме. Еще раз напомню. Сид этого мира 23113. Надеюсь, все знают, куда нужно вписывать этот сид. А сид нужно вписывать, когда мы заходим в настройки. Создание мира. И там будет написано прям сид. И там мы будем вписывать сид. Так, ну мы, наверное, сможем сделать крафт. Да, крафт мы, конечно, сможем сделать. Поставим его здесь. Ну, потом я сломаю эти блоки, и крафт я засуну внутрь уже. Так, сможем сделать хлебушек. Но хлебушек пока нам не нужен. Мы сделаем кирку и пойдем копать камень. Так, ну давайте отправимся вниз, что ли. Камня тут я пока не вижу. Так, так что дома мне ломать неохота. Так как могут проникнуть зомби, хотя защищать деревню уже, так сказать, некого. Жители все, не знаю, куда делись. То ли это баг, то ли так. Вряд ли так должно быть, я думаю. Если баг, то, надеюсь, этот баг исправит. И, кстати, кто не знал, то такой факт, что если у вас будет больше 10 жителей, а жители, если вы знаете, то размножаются сами, то у вас просто так появится железный колем. Да, у меня уже такое было.
Если кто смотрел видео, как размножаются жители, то у меня там размножилось довольно много жителей, штук 10, и после чего у меня рядом с ним появился железный голем. Я очень удивился. Я еще подумал, откуда он у меня взялся. Взялся он у меня вот из-за них. Так, ну мне не хватает всего лишь одной шерсти, чтобы сделать кровать. А кровать мне очень нужна. Здесь я больше нигде не вижу вроде бы таких этих, где шерсть вместе с факелами. Так, сейчас я его взял саженец. Посажу потом елку. Так, ну мы заглянем на нашу крышу, залезем, как всегда. И здесь мы видим, что у нас пусто. Выросла капуста. Ничего нету. Ну, я хочу посмотреть на меня вот такого вида. Вот, это выглядит классно. Кстати, кто заметил то, что я обновил маленько Аву канала. Я сделал ее под свой скин. И я обновил оформление целиком своего канала. Теперь на главной странице у меня и это, так сказать, арт моего скина. Там динозавр. Точнее, я бегу от динозавра. Вот. Ну, на этом выживание наше закончилось. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.